Однажды кто-то заметит, что у тебя зеленые глаза, что твоя эмоциональность — это признак доверия к человеку, что ты любишь объятия, душевные разговоры, долгие дороги, огни большого города. Любишь наблюдать за тем, как взлетают и садятся самолеты, смотреть на звезды и пить зеленый чай без сахара. Готовишь только для любимых, а выражаешь свою любовь поступками. А искренность и честность — это то, что ты прежде всего ценишь в людях. Однажды.